Представительница команды Чувашии по легкой атлетике Анжелика Сидорова подтвердила лучший результат сезона в мире. Спортсменка одержала победу на международных соревнованиях в Мадриде, взяв планку 4 метра 91 сантиметр. Своих конкуренток Анжелика оставила далеко позади. Результат серебряного призера Николеты Кириакопулу 4 метра 74 сантиметра. Пока спортивный сезон для Анжелики Сидоровой складывается удачно. В январе легкоатлетка завоевала и первое место на Кубке главы Чувашии. Именно в Новочебоксарске спортсменка установила мировой рекорд года. Сегодня получилось даже больше, чем я планировала, поэтому остался очень доволен. Будем выступать на всех российских стартах, которые будут.